Всем привет, с вами канал «Все для города». Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала. В этой мыльнице у меня семечки или косточки, виноградные косточки, из которых можно вырастить саженец винограда. То есть, если вы купили в магазине, в обычном, покупаете виноград, какой-то не кишмиш, а обычный с косточками, если он вам понравился, то вы можете этот виноград вырастить у себя даже дома. По моей технологии. То есть для этого вам нужно, естественно, съесть виноград, косточки подсушить где-то от 3 до 5 дней, потом ножницами обрезать носик, бросить на сутки или на двое эти косточки в баночку с водой, которые косточки упадут на дно банки, эти продуктивные. Остальные, если плавают на поверхности, вы просто их выкидываете. И потом, которые пролежали сутки на дне этой банки, мы достаем, воду отваливаем, заворачиваем мокрую тряпку и в холодильник кладем, в середину холодильника примерно на 15 дней. Потом их достаем, эти косточки бросаем не в кипяток, а в горячую воду бросаем. Вода как остыла, воду сливаем, кладем мокрую тряпку и куда-нибудь в тепло ставим. Сейчас посмотрите, что здесь уже видно, что есть какие-то корешки. Видите, вот. Вот, видите, из косточек уж появился корень. Вот. Почему корень? Здесь как бы тряпочка пересохла, а корень он ищет в воду, и поэтому он растет. То есть он ищет воду, и корень растет. Вот сейчас уже такой, видите, длинный корень. Когда можно высаживать косточки? Косточки можно высаживать виноградные тогда, когда у корня отрастет один корень в 1 сантиметр, и получится такая куриная лапка. То есть сначала идет центральный этот корень именно через этот срез, который вы обрезали у косточек, этот кончик носа ножницами. Вот. И вот видите, корни уже готовы. То есть эти косточки пролежали в середине холодильника примерно 2-3 недели примерно. Вот. Вот видите. И вы можете дома вырастить этот виноград, который вам понравился, купленный из магазина. Вот, теперь можно высаживать. Видите, корни длинные. Надо землю смочить, естественно. Просто выкладываем эти косточки с этими корнями и немножко засыпаем в 1 сантиметр землей. Тоже земля должна быть влажная. Надо одеть какой-то пакетик, чтобы создать тепло. И поставить опять к батарее, к теплу. И потом вот эти виноградные косточки взойдут примерно через 7-10 дней. Вот. Также можно доращивать и дома у себя. Ну, может быть, досвечивать надо. Ну, вот видно, что именно из этих косточек можно вырастить корни. Видите, из косточек корни пустили. Видите, какие большие даже. С вами канал «Все для города». Подписывайтесь, короче, можно вырастить. Давайте попробуйте вырастить таким способом из магазинного винограда саженцы. Вот, и подписывайтесь на мой канал. Давайте вместе проведем этот эксперимент. У кого получится, пишите в комментариях, как корни пустили, как я вам рассказывал. Вот. Я два раза мочил эту тряпочку, сейчас попробовал. Она уже давно подсохла. Вот. Сейчас уже две тряпочки положил вниз, ну, чтобы было влаги больше. Переливать не надо, чтобы тряпочка была влажная, и все. Вот надо будет сейчас землю подготовить. Сейчас можно вот этот длинный корень, можно уже косточку с длинными корнями можно вырастить. Куда пересадить. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, с вами канал «Все для города». Выращивайте виноград из магазина своими руками. Всем пока-пока. И подписывайтесь на мой канал. С вами канал «Все для города».